турниры Марины Мохнаткина проходят успешно. И сразу бросилась в атаку за захват. В привычной своей манере стягивает в партер, зарабатывает бал. Переходит на ущемление хилового сухожилия. Интересно, Саепина и Олетта, в общем-то, представительница города Кстово. Там с партером все в порядке. Мохнаткина очень сильно делает болевые на ноги. Ну и Саяпину может защищаться. Хотя вот рычаг колена уже опасней. Опасней очень. Сильный захват у Мохнаткиной. Практически вот сейчас вот прямая нога. Сдача. Итак, чемпионкой страны весовой категории до 68 килограмм становится Мохнаткина Марина. Она будет представлять в очередной раз нашу страну на чемпионате мира. Виолетта Саяпина, город Кстово, завоевывает серебряную медаль. Будет бороться на чемпионате Европы и бронзовым.